Добрый день, уважаемые клиенты, уважаемые партнеры, сервис Тики. С вами разработчик. Несколько дней назад вышла новость, которая, по моим понятиям, если сейчас все дебеты и кредиты свести, дала на самом деле больше преимуществ. Намного больше преимуществ. Я боюсь сравнивать с теми, кто вообще из рынка ушел и при этом ничем не обеспечил своих клиентов. Потому многие подумали, что мы решили остановиться, или я решил куда-то пропасть. Но я прошу заметить, я здесь, я с вами, я переждал бурю, и при этом, пока я пережидал все, что вы выливали в мой адрес, не все, правда, спасибо на этом большое, большущее, пожалуй, но были некоторые личности. Я действовал. И потому сегодня я буду говорить, если вы не против. Первый, пожалуй, самый важный момент, это я вам ничего не обещал. Можно было бы так сказать. Но это не совсем правда. Я сказал, что всегда есть план Б, если что-то с нами будет идти не так. Самый последний человек, кому интересно закрыть данный сервис, это я. Потому что, знаете, если есть, скажем так, подсознательно момент, что у тебя в крови это заложено, то у меня в крови это заложено. Вот этот сервис заложен. Этот сервис начал реализовывать мои мечты. Мечта стать тем, да, кем я сегодня начинаю постепенно являться. Разработчиком, руководителем, ведущим специалистом в интернет-бизнесе. Можно меня приписать кому угодно. Но вы знаете, я думаю, что за столько лет работы сейчас совместно, да, я не самый-то и плохой разработчик. Я начал настолько уходить уже в техническую часть, чуть ли не в сам саппорт, да, что мои продукты начали страдать. Приматчи начали быть плохого качества. Там начало хромать, здесь начало хромать. Вся моя философия в том, чтобы люди приходили, становились трейдерами и зарабатывали в этой сфере. А получается, что я ухожу совсем не туда, куда я должен. Конечно же, я должен вам объяснить. И почему бы и нет, да? Я не наглый человек, у меня дисциплина. Я наглый только если ко мне относятся нагло. Но если говорить вкратце, то полноценно мы второй продукт не потянули. Из-за множества, на самом деле, факторов. Не только какие-то внешние, которые могли действовать на нас, но и внутренние, и психологические. И бесспорно могу сказать точно, я у вас, как сервис, не отобрал. Я вам не сделал, как сервис, пересчеты в меньшую сторону. Я не доначислил вам. Я вам начислил. И сидя вечером, понимая, что просто, да, то есть сделать так называемый камбэк для человека, возврат, будет недостаточно. Если человек пришел, то пусть получит, по крайней мере, да, на практике, а не на теории, как минимум то, что у него уже в голове было заложено. Поэтому я взял средний процент, умножил на год, вычел всевозможные бизнес-бонусы. Это нормально, абсолютно. И предоставил вам в кабинет. Знаете, некоторые говорят, что внутренняя валюта сейчас будет достаточно в сервисе, и как же сервис будет дальше развиваться. Это обман зрения и обман массовости для одного персонального человека. Я еще сегодня не сказал, что, кстати говоря, мы включили оплаты через счет в ваш депозит, да, для активации там, инвойсов, пакетов и так далее. А уже люди это делают и в больших объемах начали делать. Люди активируют себе сканер, либо экспресс. Резкий объем начал пойти народу на экспресс.
Это нормально, это неплохо. Некоторые говорят, вот я там, соответственно, перед банком имею обязательства. Товарищи, я где-то вам писал, что надо идти за банком. Нет. Есть четкое и явное понимание. Если есть продукт, и он работает, на нем нужно и можно делать деньги. Вся тарификация сервиса построена таким образом, чтобы вы не только сервису приносили профит, либо партнерам, но и себе. Даже зарабатывая 30 тысяч в месяц, в год это 360. Включив немножко математику в голове, можно понять, что вы не только можете прямо сейчас немножко успокоиться, но и немножко действовать. Это, знаете, похоже на что-то вроде похудения, что ли. Все хотят постройнеть, но думают, что если просто не кушать, то уже можно постройнеть. Нет, страдает тело, страдают мышцы, страдает многое, страдает разум. А если применять активное хотя бы немножко действие, в спорте, например, это кардио, хотя бы там небольшое, эффект будет выше. Я предлагаю вам эффект выше. И не просто предлагаю, я уже предложил, предоставил. И пока вы, некоторые из вас, прям плотно думали, что мы закрылись, мы провели несколько больших обновлений. Некоторые лидеры, трейдеры сразу начали нам писать. Прекрасно, этот продукт начал работать. Я сейчас про экспресс. Класс, меньше нюансов, больше профита, я зарабатываю. А почему? Мне легче стало. Я вернулся туда, откуда я начинал изначально. То, что мне действительно не просто по вкусу, а что я умею, люблю и могу. Другой бы на моем месте, увидев, сколько грязи выливается, я причем вас понимаю на самом деле. Уже давно бы свернул лавочку и сказал, знаете что, вот одна мысль всегда порождает прям печаль. Это вот что-то вроде люди неблагодарны. Так можно всегда сказать, так легче сказать. Но не в моем случае. Я себя ставлю на ваше место, на место партнеров, у которых команда здесь, на место людей, у которых вакуум, они хотят развиваться и так далее. На место людей, которые куда-то решили уйти, дело ваше полностью. Я много раз говорил, повторюсь, пусть уйдут все. Я останусь и продолжу этот бизнес. Знаете, за эти почти 4 года, в июне будет 4 года, как я этим занимаюсь, я видел много разработчиков, много управленцев, много лидеров. Все они приходили и уходили. И не только в нашу компанию, но и в другие. От этого компании плохо не становилось. Да, какие-то недолгие спады, но если у компании есть хороший разум и сила партнерских отношений, компания выплывет и дальше. Где-то уменьшит, где-то убавит, где-то добавит. И, к сожалению, может быть, сейчас мне нужно было решить, что делать с этой продукцией. Не дай бог вам оказываться в такой ситуации, когда я даже не знаю, что вы сделали на моем месте. У меня не просто есть силы двигаться дальше. У меня дичайшее желание сделать из этого сервиса больше. И судя по тому, что сейчас будет происходить, могу вам сказать точно. Во-первых, я благодарен всем, кто показал свою другую сторону медали. Я про партнеров в первую очередь. Во-вторых, я благодарен всем, кто сейчас как минимум меня поддерживает. Меня в роли сервиса. Развивает, двигает, говорит. Вместо меня принимает какие-то конструктивные решения с командой. За меня, точнее, да, что надо двигаться, действовать, ведь сервис-то работает. Я могу вас не только успокоить, но и дать понять. Для всех партнеров в ближайшее время, я уже ближе к вечеру сегодня, опять же, скорее всего, максимум завтра, предоставлю новый материал. Улучшенный маркетинг, большая тарификация и больше никаких экспрессов, либо сканеров. Будет один продукт, в котором будет целый симбиоз.
Будут улучшенные условия и для больших пакетов, будут комфортные условия для малых пакетов. И мы пойдем дальше, как бизнес-ориентированная компания. Поэтому сейчас лично для меня и для команды разработчиков начинается новый этап, потому что та скатерть функционала, которую я им приготовил, я снова ее разворачиваю. Как бы это ни звучало, и мне сейчас чуть-чуть стало легче. То есть я понимаю, что нет Ивана Петровича, у которого там есть какая-то незадача, и мне надо сесть ее решить, потому что таких, как он, сейчас 150 человек в листе, и при этом я перестал нормально работать с разработчиками, чуть ли не с августа. Я не мог этого допускать. Не в этом моя философия. Я повторюсь, поймите меня правильно. На сегодня я не стал вам ничего урезать, кроме бизнес-ориентированных людей, которые и так окупились. Сервис дал вам не просто обратно, он еще и сверх добавил. Потому подумайте на секундочку просто. Кто-то лучше мог поступить? А вот момент, что я вот не смогу там реализовать валюту или нет, ну как не сможете? Ведь если мы работаем, мы сможем вместе все спокойно. Главное панику не включать. И я вам ой как рекомендую не продавать валюту дешевле. Потому что себестоимость этого продукта, она себя со временем окупит. Я имею в виду, даже если вы это сделаете дешевле. Но вернуться в этот бизнес вам будет сложнее. Тем, кто решит сейчас, прямо сейчас, очень и очень на горячую руку быстро распрощаться. Ценность этого продукта я не позволю опустить. Ценность сервиса я не позволю опустить. На фоне нашего сервиса, за что я вам очень сильно благодарен, многие сервисы сейчас будут пытаться переманить клиент. Ну, у них это, в принципе, неплохо получается. Я только прошу одного у этих людей. Уходите в добрый путь, дело за вами. Но, пожалуйста, вы хотя бы изучайте этих роботов. Просто хотя бы посмотрите. Волшебства не бывает. И так как, например, наш сервис к вам относится, в доказательство того, у вас все в кабинетах, и уже сейчас проплаты включены. И плюс еще несколько доработок я сейчас сделаю и дам хорошие новости. Вряд ли кто-то еще к вам будет так относиться. Я могу в пух и прах разбить любого робота, которого вы мне дадите. Только дайте мне время. И в силу последних новостей, которые я видел, проектов, которые я видел тоже. Не в обиду им будет сказано, но они прекрасно знают, что это за робот. Как они работают, что они делают. Повторюсь, волшебства не бывает, пожалуйста. Не шибко сильно верьте в это. Досконально проверьте. Ну ладно, речь не о них сейчас. Я на самом деле очень сильно благодарю наших конкурентов-напарников в сфере спортивного арбитража. Потому что я вижу, как они... Насколько они фундаментально спокойны, развиваются 5-7, кто 10 лет, да, и мы вот движемся в эту сторону. Масштаб, правда, у нас другой, но извините, это тики. И нет, тики не продается, и тики не закрывается. Тики идет вперед с большим масштабом. Что может сделать тики? Это получить большее количество партнеров. Что может Тики, это получить в партнерство какие-то компании. Либо купить какие-то компании. Сопереживает, что в Тики нет, что будет дальше с сервисом, да, если у нас пока что такая ситуация с внутренней валютой, ее нужно куда-то реализовать. Во-первых, повторюсь, это обман зрения, сейчас она невероятно сильно разлетится. Потому что у вас активации пакетов, у вас там товарищ может взять еще что-то, продукт работает. А сервис уже начнет делать. Что касается того, чтобы замотивировать кого-то из кураторов помогать, я считаю, что здесь
вы как минимум, собственно, разберетесь. Мотивировать вот в таких действиях немножко не имеет осознанности, потому что сервис может и дает куда больше. Я говорил много раз, что я всегда думаю только о том, как удержать компанию при каких-либо случаях. И вот именно сейчас мы проходим один из, ну, сложных, я считаю, уже, да, этапов. Это когда психологически надо понимать, что мы будем идти дальше. Психологически надо понимать. И еще. Экспресс работает. Сканер работает. Плохо отрабатывает себя при матче. С понедельника я этим занимаюсь полноценно для самых главных букмекеров, которые сейчас у нас есть в списке экспресс. Наши продукты работают. Наши продукты имеют спрос. Они будут популяризироваться и дальше. А что касается тех, кто уходит, либо лидеров, меня это должно как-то печалить, разве? Люди, поверьте, много, как оказалось, и я на самом деле очень сильно этому удивлен. Много людей поддержало. Много людей осталось, особенно партнеров. И вдобавок к этому, я, ну, обязан приложить больше усилий. Я счастлив, что я смогу это делать. К слову, я попытался оказаться на тех же островах, да, куда там кто-то куда-то ездит. Я попытался оказаться и в другой стране, и в третьей, пятой, десятой. Я немножко люблю путешествовать. Это так скучно, жить без своих клиентов, без своих партнеров. Просто потому, что ты решил, что так будет комфортно. Это не по мне. Как оказалось, это не по мне, это не мое. Мое – это быть в гуще событий, дразнить эту сферу, растить своих партнеров и радовать своих клиентов. Уважаемые мои дорогие пенсионеры и пенсионерки, не волнуйтесь. Сегодня особое, причем, внимание к вам. Раньше вот действительно было сложно научиться вилкам. Как сейчас помню, мой товарищ после фразы «Что такое вилки?» Я говорю, я не знаю, сам ищи. Это еще было вот буквально 5 лет назад. Он перерыскал весь интернет, нашел и сделал. Сегодня множество платформ, кучу обучений. У нас внутри сервиса кабинете. Вам сейчас проводят обучение. Плюс дополнительно другие команды тоже записывают обучение. Как я знаю, есть задача. Обучение валом. Не самая сложная сфера. Ну, как минимум, вы понимаете, что у вас безопасные букмекеры, работающий продукт и самое главное – полуавтоматическая система торговли. Нельзя кричать, что в мешке там крыса, мышь, если вы этого боитесь. Не открыв мешок, вы же не проверили. Вдруг это то, что вам действительно так может быть интересно, что вы сможете развивать, умножать и создавать. Вы же хотите стать бизнесменами отчасти. Так станьте. Это не позыв к мотивации, поверьте, не самый удобный случай для мотивации. Но если действовать сейчас, я остальное беру на себя. Если относиться с уважением друг к другу, то все остальное я беру на себя. У нас, как я знаю, есть много разных клубов, где учат, рассказывают, показывают в онлайне. Почитайте, посмотрите, включите. Я вам могу сказать точно. Вы как минимум не только окупитесь здесь, я имею в виду все ваши там расходы, переживания, моральные какие-то мысли, да, в голове. Ну и делать будете. Потому что в ТИКе есть то, что действительно манит. Это наш с вами масштаб. Это наша человечность и осознание, и отношение друг к другу. Вы извините, что почти 20 минут, но по-другому было никак. ТИКе есть, ТИКе был, ТИКе будет. Скоро больше новостей. Ваш
разработчик. Добрый день, уважаемые партнеры. У меня есть для вас некая новость, которую необходимо, соответственно, озвучить. В ближайшее время, я думаю, сегодня-завтра, мы уже оставим только один бинарный маркетинг вместо двух действующих. И в силу этого ко мне поступило, на удивление причем, массу просьб о том, чтобы немножко пересмотреть, да, один буквально момент. Я пересмотрел и объявляю. Теперь баллы по брокеру и по сканеру плюс экспресс будут объединены. Я посидел, подумал и понимаю прекрасно, что третий год работая, вы копили себе переливы. Вы работали плотно над тем, чтобы забрендировать систему. Все-таки имя у нас уже не маленькое, заслуги у вас тоже не маленькие. Поэтому как это будет выглядеть? Если, предположим, в вашей сильной ветке было 100 баллов по экспрессу, там, сканеру, не имеет значения, да, и 1000 баллов по брокеру, то, соответственно, у вас теперь после пересчета будет 1100 баллов. Единственное, что я спешу, это разовые небольшие начисления по бинару, когда мы объединим в ваших слабых командах, потенциально могут образоваться разовые бинарные начисления. Система их, соответственно, спишет. Ну и, пожалуй, все. Поэтому, повторюсь, ставлю себя на место партнера, франчайзи и понимаю прекрасно, что это будет очень хорошим стимулом двигаться с нами дальше. Плюс ко всему этому, сегодня я планирую выпустить новости уже по нашим новым тарифам, по условиям и по улучшенным условиям маркетинга. Плюс, как вы знаете прекрасно, да, у нас есть лимиты, у нас есть возможности роста. И бесспорно, я сейчас все свои силы бросаю в разработке дальше. Ну и, конечно же, я не мог пройти мимо клиентов, потому что для меня это очень важная задача. Помочь максимально, чем я, по крайней мере, могу дополнительно. И не будь я, наверное, тем самым разработчиком, который вас всегда удивлял, если бы не придумал еще что-нибудь, скажем так. У нас есть прекрасная фраза такая, да, 3 дня. Я думаю, уже все, кто услышали эту фразу, понимают прекрасно, с чем можно это ассоциировать. Годовой наш пакет экспресса стоит 2500. И я, в свою очередь, подумал, а что, если мы сэкономим немножко денег, но при этом позволим вам заработать для того, чтобы у вас был либо банк, либо просто положить себе в карман. В общем, я к чему? В 13:00 по Москве, плюс-минус 15 минут, у вас будет возможность всем абсолютно, без подтверждения документов, да, у вас появится в разделе «Стартовые пакеты», возможность приобрести пакет особенный. Там тоже будет немножко улучшен маркетинг, однозначно. И при этом вы сэкономите, каждый из вас потенциально, по крайней мере, может сэкономить плюс 1000 долларов. Если у кого-то 3000 на счету, он может купить себе 2 экспресса и запустить, предположим, сразу 2 профиля для торговли. Причем на целый год. Зарабатывать, двигаться с нами сообща, вместе, и при этом пройти некие свои собственные, да, этапы. Потому, я думаю, такая новость, в принципе, может быть вам полезна. Оценивайте сами, как говорится, да, смотрите сами. В 13:00 я запускаю, и ровно через 72 часа этот микропромоушен закончится. Далее будет все, как всегда, по стандартным условиям. Так что успейте воспользоваться. Как всегда, ваш разработчик. Хорошего дня. Thank you.